Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэм, и видеообзор нового товара. Нового товара не только у нас на сайте, но и у нас в России. Вот, в принципе, это, ну, всем знакомый, наверное, столик для приманок, для всего то, что вам может понадобиться в лодке, в катере, где угодно. Вот, но основное отличие от всех остальных аксессуаров, представленных у нас на сайте и вообще везде, это система фиксации. Система фиксации у нас Волга. Это наш отечественный бренд, это аналог импортных производителей, не буду называть их имена. Вот этот столик вы можете зафиксировать у себя в лодке ПВХ при помощи вот такой вот площадки. Вот. На любой поверхности жесткой при помощи вот такой вот площадки, при помощи болтов, саморезов или на струбцине. Вот, струбцина у нас максимальный размер 40 мм. Вот, то есть можно зафиксировать на банке, на борту, где угодно и как вам это захочется. Сейчас мы рассмотрим пример на вот этой площадке, которая приклеивается к лодке ПВХ. Вот, то есть здесь у нас быстро зажимной механизм, в который вы просто вот так вот вставляете под нужным углом ваш столик. Можно так зафиксировать, можно так зафиксировать. И при помощи вот этой защелочки вы просто защелкиваете его, и все, ваш столик стоит там, где вам необходим. При помощи вот этого барашка вы можете отрегулировать угол наклона этого столика. Вот, в одну либо в другую сторону, как вам это понадобится. Видео, в принципе, не об этих площадках, а о столике, о площадках. Вы у нас на сайте можете найти полный видеообзор, вот, как, куда, чего и какие размеры. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и получать полную информацию о всех товарах, которые есть у нас на сайте. Итак, столик у нас, размер внешний получается 32 сантиметра на 21,5 сантиметра. Это ламинированная финская фанера, которая не боится воды. Вот здесь она прикручена на саморезике, как видите. Также сам столик отсюда можно отщелкнуть, вынуть и на данный крепеж прикрепить, допустим, держатель для эхолота, либо все. Вот еще к данной позиции вы можете у нас на сайте приобрести отдельно вот такие удлинители. То есть если вам кажется, что столик находится достаточно низко, вот, то вы спокойно можете установить сюда удлинитель, который также отдельно у нас продается на сайте. Это у нас получается удлинитель длиной 22 сантиметра, и есть более мощный удлинитель длиной 28 сантиметров. И после чего спокойно зафиксировать столик для приманок на нужную вам высоту. Отрегулировать угол наклона. И получать удовольствие от любимого вами занятия. Итак, понравился данный комплект, понравился данный столик для приманок, вы можете оставить заявку у нас на сайте, ссылочку найдете в описании, также ссылочку найдете в конце видео. На доп. Аксессуары, такие как площадку для фиксации на жесткий борт, струбцину для фиксации на банку, на транец, куда угодно, также найдете у нас в описании. Вот. Понравилась данная продукция,
ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии, отзывы. Мы будем очень признательны вам за то, как вы после покупки оцените данную продукцию. Качество изготовления, я вам скажу, пластик очень приятный, очень удобный, и ощущается, что это надежный пластик АБС, который ударопрочный и не боится морозов и ударов. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.